Привет всем, я Александр Герасимов. Как всегда, пытаемся подводить итоги недели, по возможности не подводя итогов. Если уделите нам приблизительно полчаса своего времени, то у вас появится шанс выглядеть, ну, как минимум, в своих глазах, довольно продвинутым в политике человеком. Поехали. В конце недели Владимир Зеленский дал интервью к крупнейшему международному информационному агентству Associated Press в котором на простой вопрос ⁇ доволен ли он результатами контрнаступления ⁇ дал ответ, требующий специальной расшифровки. Ну, я просто цитирую. ⁇ Мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я недоволен. Мы не получили всего того оружия, которое хотели, я не могу быть удовлетворен, но и не могу слишком сильно жаловаться. Конец цитаты. Специалисты в области риторики должны поработать над этим коротким, но довольно содержательным текстом, однако не все так печально, как пытался донести до широкой общественности украинский президент. С точки зрения текущих отношений Киева с антипутинской коалицией. Рассказываю. Вот если вы пытаетесь врать, глядя мне в глаза, не обольщайтесь, я сам давно уже обманываю вас, делая вид, что верю. Приблизительно по такой схеме Кремль пытается интерпретировать итоги, состоявшиеся на этой неделе в Брюсселе, встречи министров иностранных дел стран-участниц НАТО. Я сейчас чуть ниже расскажу вам, как там все происходило и чем закончилось, но, но прежде всего немного про Украину. Собственно, она-то и была главной темой этой встречи, итогом которой можно считать слова госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкина о том, что союзники продолжат помогать Киеву столько, сколько надо для того, чтобы отвоевать захваченные Москвой территории, что по сути означает «до полной победы Украины». Брать штурмом Кремль, насколько я понимаю, никто не собирается пока. Повторю, НАТО намерено поставлять в Украине столько и такого оружия, чтобы оккупационные войска Путина навсегда свалили из страны. А теперь внимание, Министр иностранных дел Венгрии, у которой с администрацией Зеленского не самые приятельские отношения, сказал на этом митинге, что они не собираются в следующем году вообще ничего поставлять Киеву, потому как, ну, по их мнению, чем больше оружия будет поставлено, тем, тем дольше будет продолжаться война. Ну, сказал и сказал, какой ни на есть министр все-таки, а НАТО это не только Будапешт и его, и его окрестности. Однако российская пропаганда... Вот молодцы, ребята, оперативно работают, ничего не скажешь. Мгновенно превратила эту фразу несчастного венгерского чиновника в сентенцию о том, что весь... Североатлантический блок исключил из помощи Киеву летальное оружие. Летальное, если кто не знает, это такое оружие, которое убивает нафиг. И как без него кто собирается гнать Путина на исходные рубежи, объяснить уже невозможно. Но панику посеять, как среди украинцев, так и просто среди сочувствующих, это, это запросто. Это, знаете, как доброе слово, оно и кошке приятно, соответственно, недоброе слово ну, тоже работает в противоположную сторону. Вообще, по части добрых слов, этот слет НАТО, по-моему, стал рекордным. Видимо, почувствовав, что довольно серьезно перегнули палку с разговорами об усталости народов и правительств мира от украинской войны, североатлантические министры прислали своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе ну просто полный комплект утверждений, что это не совсем так, или даже совсем не так. Смотрите, бухгалтерский баланс войны на текущий момент выглядит приблизительно следующим образом. Вооруженные силы, вооруженным силам Украины не удалось серьезно отодвинуть эшелон, эшелонированную оборону Кремля. В Европе и Штатах все понимают, почему это так. В отличие от России, украинская армия пытается по максимуму сохранить жизни своих солдат и не бросать их тысячами на минные поля, коими усеяна, усеяна вся оккупированная территория. Это вроде как минус. В плюсе это то, что... Киеву удалось фактически выдавить Черноморский флот РФ из Севастополя, практически не обладая собственным флотом. И, конечно, многочисленные уничтоженные российские военные самолеты и вертолеты на ее собственной земле. Ракеты и дроны делают свое дело. Ну и служба безопасности Украины в последние дни все смелее и активнее берет на себя ответственность за инциденты, происходящие на территории России. Вот третьего дня в Сибири, например, Например, аккуратно на Байкало-Амурском магистрале, магистрале в Северомуйском тоннеле, он довольно длинный, более 15 километров, там взорван товарный состав. Ну, практически, понимаете, парализовано движение на этой ветке. Подозреваю надолго. Говорят о четырех взрывах на поезде. Медиа пишет, что по ней, по этой ветке перевозится, перевозится значительная часть грузов из Китая, ну и вообще из той части Азии, включая КНДР откуда на минуточку в сторону фронта тащит северокорейские артиллерийские снаряды для путинских вурдалаков. Кстати, генсек НАТО Столтенберг сказал, что потери России в Украине в личном составе превышают 300 тысяч человек. Для обозначения этих потерь он использовал слово casualties, что может означать и погибших, и раненых. Все это Украина может записать себе в плюс. В сухом остатке если кому-то в последнее время стало казаться, что коллективный Запад, помогающий Украине бороться за свою свободу и независимость, устал и начинает потихоньку отползать, то он глубоко ошибается. Думаю, здесь таки сработала кремлевская пропаганда, которая окучивает не только российское население, но и вообще, вообще все страны планеты, так или иначе имеющие отношение к войне, включая саму Украину. И в этом смысле любое слово правды, даже такое незначительное, как мое, имеет большое, на мой взгляд, значение в противостоянии людоеду с атомной бомбой в кармане, который таки научился, надо отдать должное, не только убивать, но и нагло врать, глядя нам всем в глаза. Повторю, страны НАТО еще раз подтвердили, что никакой усталости от войны нет и не предвидится. Окей, идем дальше. Помнится, Советский Союз до того, как он стал империей ислам, в свое время на Западе называли верхней вольтой с баллистическими ракетами. Ну, имея в виду, что в этой самой верхней вольте, африканской стране, в период строительства нового освободившегося от французского колониального влияния государства был, ну, полный привет со свободами и всякими там прочими правами человека. Первый президент страны, кстати, запретил запретил тогда все политические партии, кроме той, в которой он состоял, ну и благополучно провел совершенно демократические выборы, которые, естественно, выиграл. Ну, после чего там увольнял назначал министра в радиоэфире, арестовывал кого угодно исключительно по собственному подозрению. А побывав однажды с визитом в Штатах и умудрившись выпросить у президента Джонсона около 12 миллионов долларов на восстановление своей страны, в тот же день отправил все деньги на личный счет в швейцарском банке. Фенебализм, надо сказать, откровенно, он не был замечен. Так вот, Владимир Путин сейчас, ну и из последних просто сил, пытается восстановить Советский Союз, распад, распад которого он называет величайшей катастрофой 20, -го, 20 -го века. Борется по всем направлениям, главный из которых сегодня захват Украины. А параллельно восстанавливает все атрибуты той самой верхней вольты. Ее сейчас Буркина-Фасо, кстати, называют. Ну, чтобы Советский Союз, прям как в его путинской молодости. Хотя, на самом деле, он не столько восстанавливает эту самую верхнюю вольту, сколько ликвидирует последние права человека, которые был, появились в России после распада Советского Союза. Ну, свободы слова нет уже лет как 20. Свободы митингов и собраний 15. А политические партии причесаны под одну гребенку это уже лет 10 как. На этой неделе поставлен крест и на свободе выбора сексуального партнера. Знаете, когда мне задают вопрос, как я отношусь к ЛГБТ, всегда отвечаю такой пошловатой фразочкой «я к ним не отношусь». При этом у меня довольно много коллег из этой партии. Ну, равно как из тех, кого Бог, Бог наградил рутинными сексуальными инстинктами, и все они, люди, все больше приличны. За малым исключением, конечно. Один из них это главный Путин, один из главных путинских пропагандистов Антон Красовский, тот, который певец войны и автор идеи уничтожения украинских младенцев. Мерзавец редкостный, конечно, несмотря на то, что каминг совершил принародный. Так вот, на этой неделе Верховный суд России Принял историческое решение о запрете в стране так называемого международного движения ЛГБТ. Что это такое, никто не знает и уже не узнает. Заседание суда было засекречено, потому как происходило, проходило по статье Экстремизм. Хотя мне так всегда казалось, что эти, эти милые люди, которые ЛГБТ, все как один мухи не обидят. А нет, Верховный суд, к которому пришла команда из Кремля, решил по-другому. Вы спросите, что это я вдруг придумал, что команда из Кремля? Ответ простой. Буквально пару недель назад на каком-то питерском культурном форуме господин Путин изволили изречь, что представители ЛГБТ тоже часть общества, ну типа те же люди, и имеют право выигрывать конкурсы в сфере культуры. Но вот в западных странах почему-то для того, чтобы выиграть, надо либо показать, либо рассказать что-то из жизни сексу сексуальных меньшинств. И добавил трансгендеров и каких-то еще трансформаторов. Цитать Путина, слава богу, конец, но идиотская шутка президента про трансформаторы сработала. И вот буквально в этот же день Минюст подал в Верховный суд иск с требованием запретить вот эту самую несуществующую международную организацию ЛГБТ. Оперативно, надо сказать, заглядывают в рот вождю ребята. Министерство мистиции, кстати, рулит Константин Чуйченко, такой одногруппник по университету Дмитрия Медведева, бывшего, надо сказать, хозяина Кремля. Там у них все так, кум, сват. Вообще-то в России, как, впрочем, и нигде в мире нет такого международного экстремистского движения ЛГБТ, но теперь вот формально оно учреждено в Москве, и сразу же попала под раздачу. Учитывая, что менее года назад э, там был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смене, э, операции по смене пола, то, то теперь все эти ребята, гордящиеся знаменем цветов радуги, подозревая, будут преследоваться в России, ну, просто по факту своего существования. Пропагандой, равно как и экстремизмом, можно назвать любое действие гражданина, который не понравится заинтересованному там или уполномоченному лицу. Если, если сейчас за причастность к сообществу геев можно заработать штраф до 4 миллионов рублей, а это более 40 тысяч долларов, между прочим, то завтра за это же легко можно отправиться и по этапу. В советские времена, если кто не помнит, по 121 статье Уголовного кодекса занятие, простите, мужеложеством оценилось в 7 лет тюрьмы. Причем там в этой статье специально было обозначено, что срок дается за секс между мужчинами. О барышнях не было ни слова. Верховный суд России сегодня сравнял всех в правах, ну, очень демократичное решение, и разящий меч путинского правосудия теперь может дотянуться и до женщин. При этом подозревая обязательно тащить друг друга в постель, чтобы под статью попасть. Склонность к экстремизму – штука, не требующая доказательств. А статья в уголовном кодексе, ну ставлю 10 спичек против одной, статья про однополые отношения, все беспременнейшие, появится в самое ближайшее время. Верховный суд – это вам не фунт изюма. Ну и последний штрих в политический портрет возвращающейся в Россию верхней вольты сделал на этой неделе министр иностранных дел, Лавров на заседании э, э, ОБСЕ, это Совет по безопасности в Европе, он произнес фразу, ну вот прям в стиле ранних 70-х, что, слушайте, страны Запада превращаются в предаток НАТО и ЕС и пригрозил Молдове в том смысле, что она может стать следующей жертвой в развязанной Западом гибридной войне против России. Я вам скажу, такими темпами Кремль может довольно быстро, ну, по историческим меркам, пройти фазу верхней вольты и окончательно превратиться, а точнее вернуться в состояние империи зла. Оба слова с большой буквы. Чем закончилась история этой империи, мы с вами помним. Вот еще о чем надо рассказать. «Верните мужа, я задолбалась». Такой флешмоб сейчас идет по многих городах России, от Барнаула там, до Орла, по-моему. Слово «верните» написано через латинское «ви», слово «задолбалось» через "z", z. Там на самом деле не «задолбалось» написано, а «забалось», ну вы знаете это слово. Постеры с этим текстом участники, а точнее участницы акции, клеют на задние, на задние стекла своих автомобилей. Суть флешмоба в требовании к российским властям вернуть домой мобилизованных, ну, мобилизованных более года назад, родственников, мужей, там, отцов, сыновей. Кто именно все это организовывает, совершенно непонятно. Какая-то инициативная группа. Информация и разного рода обращения, петиции распространяются через телеграм-канал «Путь домой». Не авторы проекта, если судить по непрерывности потока генерируемых идей, не, собственно, сам канал, пока, на удивление, не арестованы теми самыми российскими властями, к которым апеллируют протестующие. Конечно, можно говорить о полезности таких акций, о том, что вода камень точит. Можно даже вспомнить американскую войну во Вьетнаме, которую таки удалось остановить в 1973 году многосоттысячными акциями протеста. Ну, еще 100 бочек арестантов можно придумать. Меня глубже всего в этой красивой, на первый взгляд, истории задело полное отсутствие хотя бы малейшего упоминания Украины. Как будто мобилизованные э, более года назад российские мужики провели все это время не на фронте, убивая все, что попадало в прицелы их автоматов и орудий, а где-то в тренировочных лагерях, ну, вяло постреливая по картонным мишеням. И, а бабы их ужасно соскучились и требуют от властей вернуть кормильцев домой, сочиняя по пути обращение к власти и народу. Причем занимаются этим люди далеко не глупые, но, но непомерно злобные. И самые активисты начинающегося протеста, если, конечно, это на самом деле протест, а не кремлевская разводка, они готовы отправить с фронта прямиком в преисподнюю и контрактников, и срочников, и кого угодно, включая черта лысого. То есть готовы подставить под огонь вооруженных сил Украины, Украины всех вместе и поодиночке, но только не мобилизованных. Ну, выборочный каннибализм прям какой-то. Вот послушайте текст, <къех> цитирую. «2024 год президент объявил годом семьи». Иронично, учитывая, что жены воют без мужей, дети растут без отцов, а многие уже остались сиротами. А сатанис-людоед, совершивший рецидив после первого заключения, выходит на свободу через полгода, искупив серийные убийства на специальной военной операции. А наши парни его уже 15 месяцев скупают. Они уже отдали родине столько, сколько ей не расплатиться никогда. Видимо, нашу с вами родину освобождают для самых сливок общества маньяков, алкашей, мигрантов, непомерно богатых чиновников и их деточек. Цитать конец. Обратите внимание на слово про «освобождают родину нашу с вами и искупают вину». Знаете, <coughs> патриотические путинские медиа говорят, что вся эта как бы оппозиционная история инспирирована иностранными службами с целью призвать российских граждан к участию в незаконных с точки зрения властей митингах и собраниях. А сейчас в России категорически невозможно ни те, ни другие. Минимум, ну, минимум там, пару лет лагерей можно получить только за мысли поучаствовать в них. Более того, в телеграм-канале телеграм Путь домой его авторы осмеливаются усомниться в величии и непогрешимости российского фюрера, что само по себе является немыслимой крамолой. С другой стороны, все восторги со стороны антипутинских СМИ издающихся, естественно, за границами России, в восторге по поводу невиданной смелости этих людей, смелости, граничащей с безрассудством, я бы сказал, все это выеденного яйца не стоит. Тоже меня нашли камикадзе. Во всех этих призывах вернуть мужа, потому что задолбалось, нет ни слова о войне. Ну, пару раз упомянута только специальная военная операция, ни слова не о разрушенных украинских городах, разрушенных, кстати, этими самыми мобилизантами, ни о сотнях тысяч тысячах погибших с обеих сторон солдат, побивших, по, по, погибших по прихоти бесноватого Путина, который в Украине то, то денациализацией занимается, то русский мир спасает, то защищает Россию от вторжения натовских полчищ с целью полного разграбления и разделения ОНи на части. Об этом в вялых протестах на задних стеклах автомобилей ни слова. И в этом, собственно, точнейшая характеристика состояния российского общества. Знаете, фантомные боли демократических привычек конца 90-х, начала 2000-х, у тех, кто в свое время не свалил из страны, почувствовав запах наступающей диктатуры, эти боли уже практически полностью подавлены новыми привитыми инстинктами. Инстинктами неразделения родины и вождя. Кремлевская формула без Путина нет России, на мой взгляд, окончательно материализовалась в создании Ширнармас. И кто бы на самом деле не являлся автором и мотором движения за демобилизацию мобилизованных, смысла в нем нет, ни на грош. Пары столпы выпускать не надо, никакого пара нет и в помине. Во а что-то более массовое и серьезное, чем наклейка на. Автомобили полускобрезных постеров, оно не перерастет, потому как без Путина нет России. Ну а если, если только рассматривать все эти флешмобы как демонстрацию проблесков или остатков чего-то похожего на демократию в стране, так это, так это тоже давно уже никому не надо. Ну, по той самой причине. Смотри, две строчки выше. Разве что просто поржать над удачной почти политической шуткой про задолбалось. И последнее на сегодня. Есть такая байка. Чем отличается верующий человек от фанатика? Верующий готов умереть за веру, а фанатик – убить. В Москве, в столице государства-агрессора, на этой неделе прошло мероприятие, которое его участники назвали Всемирным Русским Национальным Собором. Есть такой. Основные посиделки в Кремлевском дворце, который был построен одним из лидеров, лидеров Советского Союза Никитой Хрущевым, как место проведения съезда в Коммунистической партии. Собственно, собор это такой, пардон за оксюмарон, сплав оккультизма и православия, замешанный на путинском патриотизме и тотальной пропаганде войны. Если кратко, путинский правящий класс проводил на этой неделе тусовку в поисках дополнительного идеологического оправдания всему тому дерьму, который успел натворить российский фюрер за многие годы своего управления. Безобразие это, выглядящее настолько же помпезно, насколько и бессмысленно, Финансируется, естественно, за счет, за счет бюджета. Гуляет так называемый президентский фонд культурных инициатив. Украшение шабаша, естественно, Владимир Путин и патриарх Гундяев. Куда же без этих ребят. Смотрите, как работает схема. Начальники этого собора, по согласованию, естественно, скорее даже получив тезисы от администрации президента, распределяют их по тематическим секциям. На этот раз за деньги российского налогоплательщика рассматривались такие фундаментальные, ну, по мнению Кремля, вопросы, как «Кто мы? За что воюем? Какими станем после победы?» Ну, просто волосы дыбом. Они, красавцы, по завершению второго года войны все еще дискутируют по теме «За что воюем?». Об остальном просто молчу. Затем все это спускается этажом ниже, где высокие государственные чины дают установленные толкования исполнителям коих на этом соборе – не менее 6 тысяч собралось. Эти они попроще и бестолковее едут в регионы доносить светлые мысли о будущем до широких, как было принято говорить, народных масс. Чтобы вы понимали, насколько там у них все серьезно, глубоко и одновременно абсолютно бессмысленно, приведу несколько цитат. Вот, например, слушайте. «Мы – наследники и советской справедливости, и Российской империи, и ордынского пространства, и крещения Руси, и славянской основы», 500 лет назад мы стали мощной многонациональной империей, с которой, в которой с радостью присоединились другие народы с начала специальной военной операции, мы снова становимся ей. Наступает время нового большого имперского стиля. Кстати, для понимания серьезности их отношения ко всей этой билиберде, объявлено об открытии при РГГО, это Российский государственный гуманитарный университет, когда-то был довольно довольно уважаемое учебное заведение. Так вот, там открывается высшая политическая школа имени Ивана Ильина. Был такой фашистующий русский философ. Преподаваться там будет всякое, среди которого, например, найдется место такому предмету, как вестернология. Изучение отличий русской цивилизации от остального мира. В основном, как можно понять из названия дисциплины, западного мира. Русской мать вашу цивилизации. Пору браться за линейки и начинать создавать антропологические параметры или стандарты, если хотите, истинных русских. Насколько я понимаю, от этой черты до национал-социализма полшага. Песни, они же гимны про русских уже слагаются. Не слышали? Вот пару строк всего, там все предельно фашистующее. Слушайте. Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло. Я русский, всему миру на зло. Ну и все такое, такое же. Между прочим, полстраны не менее тащится от этих слов и хором подпевает на многотысячных концертах и сходках. Скоро будут руку в приветствие выкидывать, как фашистская Германия. Кстати, вот вас, кто меня слушает сейчас, будучи не в России, тоже напрямую касается. В Москве, там где надо, хорошо помнят, что за рубежом проживают миллионы бывших советских граждан, сплачивающим фактором для которых является русский язык. А тема работы с отечественниками, ну с точки зрения Кремлевской администрации, напрямую связана с укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей. Так что, уважаемые, будьте бдительны и осторожны, скоро вас начнут укреплять по линии духовности и нравственности. Вы там повнимательнее, пожалуйста». А еще я полагаю, что вот этот идеологический шабаш, проходивший на этой неделе в Кремле, организован путинской кодлой уже в рамках начавшейся, ну, фактически пропагандистской акции его избирательной кампании. Путин же себя мнит таким страшным лоялистом, то есть персонажем, для которого нет ничего дороже соблюдения всех норм и законов, положено президенту избираться, стал быть, пойдет в марте следующего года на выборы. Правда, он все эти нормы и законы, включая Конституцию, давно под себя переписал, тем не менее старается соответствовать. А дабы избиратель особо не расслаблялся, в путинской администрации на этом соборе родилась новая формула бытия России. Слушайте, в отношении нее сейчас ведется аж три войны. Первое – это боевые действия на территории бывшей Украинской республики. Повторю, формула Кремля Первая война против России – это боевые действия против нее на территории бывшей Украинской Республики. Против России. Мне, например, это смешно, не знаю, как вам. Вторая война экономическая, это они про западные санкции. И война третья информационная, направленная, как надо понимать, против миролюбивого путинского режима. А основным трендом благородного сопротивления Кремля является сплочение граждан страны вокруг национального лидера кто такой этот лидер, мне вам объяснять не надо. Так что избирателю российскому не то что расслабиться до марта следующего года не дадут, но и будут сплачивать его до последней возможности. Прямо по формуле, по той формуле отличия человека верующего от, от фанатика. У меня на этом все. Берегите себя. Все будет хорошо. Готовьтесь.